Итак, мы все накатали, сделали форму, теперь ставим в шпильку и закатываем в расстойку. Для этого мы будем использовать краски стандартную программу, это расстойка. Температура будет 36 градусов, 70% влажности, 20 минут. С подсветочкой намного вкуснее и класснее, правда? Далее, чтобы у нас не улетели противни, поднимаем, фиксируем их. Так, все, есть. И закатываем. Пуск. Через 20 минут тесто растоится, чтобы булочки наши были пышные, золотистые и вкусные.